ложим на пятки. Смотрите. И после этого идет вообще совершенно простая работа. Поменяйте. Это надо же оделать. Вот видите, колени не растянуты. Леха. Колени не растянуты, ты не можешь присесть, сказал он. Вес у тебя там 70 килограмм, не больше стал, да? А ты присесть не можешь. У меня 120 килограмм, блин, я сижу, видите? Прямой спиной. Да. Видишь, без шумности. Ты после этого не тратишь время, проверяя, отбил, не отбил. Ты делаешь порог, смотри, раз, два. Так же встаешь, начинаешь тебе продолжать надо. Хорошо. Да. Дети, это всегда лайки. Дети, это всегда хорошо. Это лайки. А? Дети, это всегда лайки. Это не мои, да? Смотрите, страховка. Страховка в голову. Ходение на воду. Руслан, смотрите. Это такая же... Ничего себе, Руслан. Я тебя снимаю на видео, а ты гречишь так. Не, по-самурайски. Подсечка боковая подсечка падает. Ага. Как тяжело журналистам, видите, быть. Потому что если я говорю, отойди, не снимай. Я буду падать с высоты как бы раз. Тяжела доля журналист в России. Уходи, отойди. Поэтому, находясь, стабильно стоит здесь. Я до этого момента я падаю, а потом на одной ноге готов. Я должен присесть и... Прямой спиной сесть, я должен на одной ноге. Подставить бедро и застраховаться. Застраховаться перекатом. Именно. То есть вот здесь я делаю. Смотрите. Раз, два, три, и... И после этого я встаю и продолжаю. Леха, что меня не побил. А вот здесь надо. Вот здесь, не далее. Вот сюда, на стороне голову, и вот бедро поставить.